в тяжелом состоянии, бледные десны, не ходит, идет горлом кровь. А он только смотрит своими прекрасными глазами, в которых отражена боль и мольба о помощи. Самое интересное, что он был в клинике, и врач поставил диагноз – ранка во рту, и прижег ранку. А это отравление крысиным ядом. Сейчас он в надежных руках. Сразу приобрели противоядие и приступили к лечению. Да блин, подержи снова, не мешай мне. Опа, рвать его, блин, решила вдруг. Давай, блин, ладно. Открывай пасть, что? Ой, вон, глянь, что есть, глянь, что есть. Блин, помолчи. Как есть. Вон, мать, какая-то фольга, глянь. Легкое какое-то. Видишь, у нас на легкое похоже. Говяжье. Да, это фольга. А что за фольга, блин? Это не пачка как раз вот этой отравы, да? Название что? Да нет, какая-то мягкая фольга. Это какая-то как с баклажки, что ли. Крысиный яд. Это страшная боль. Но мы очень надеемся, что эта боль осталась в прошлом. Сегодня он чувствует себя хорошо. Но по-прежнему в клинике. Ой, вкусно. Принеси нам еще. Ты все съел, сейчас мы тебе еще дадим. Ой, скажи, что это мало как-то. Сейчас еще дадим. Рядом плачет тоже наш щенок. Девочка с черепно-мозговой травмой. Но о ней мы расскажем позже. Ну, ты молодец такой. Назвали песика Рамис. Вот так он выглядит сегодня. Очень надеемся на его полное выздоровление. Пес Марк. Ему около 5 лет. Он был найден нами в плачевном состоянии. У него огромная опухоль на груди. Такая огромная, что тянет его к земле. Так, что даже трудно ходить. Его отвезли в клинику. Несколько дней врачи готовили его к операции. И, наконец, этот день настал. Пес был прооперирован. Удалена опухоль. Ждем результаты гистологии. В настоящее время Марк находится в клинике под круглосуточным наблюдением врачей. Этот песик найден был нами на детской площадке в песочнице с поломанной лапкой. Прооперировали, вставили пластину. Сейчас уже пытается ходить. Нам удалось сделать предоплату в размере 110 тысяч рублей за корм. А также нам пришлось заказать еще 1,5 тонны для щенков. Их очень много в приюте. Все собаки, которых мы показали сегодня вам, и еще несколько тяжело больных, находятся в стационаре под наблюдением врачей. Наши счета аптечные и больничные зашкаливают. Не должно быть у нас дилеммы – или лечить, или кормить. И только благодаря вам мы можем с этим справиться.
только благодаря вам приют жил, живет и будет жить.